Всем привет! Хочу сделать распаковочку бюджетного крема с пептидами от Мизон. В состав его входят трипептидный нанокомплекс, аденозин, бета-глюкан, гидролизованный экстазин и фитокератин, тригалоза, экстракт малины, какао, ириса флорентийского, миндаля, сладкого коптиса, японского лаванда. Кому интересно, какая у него текстурка? Вот у нас указано, что трипептид меди. Это функциональная косметика относится. Концентрированный крем. На первый взгляд у него текстура такая плотненькая. Сейчас. Ну, такой средней плотности. Аромат лаванды и такой травянистый запах. Очень такой натуральный. Очень хороший у него состав. Если проверять, смотреть. Очень хороший кремушек. Возраст 30+, потому что пептиды уже это для возрастной кожи рекомендованы. Что вот такой кремушек у нас в ассортименте от Мизон.